В Белоруссии ввели химическую кастрацию для педофилов. Александр Лукашенко поддержал предложение Генпрокуратуры Республики о наказании за пропаганду нетрадиционных ценностей, смены пола, child-free педофилии. Кроме того, Генпрокуратура утвердила протокол по применению химической кастрации и других средств для лечения от педофилии. За судимыми по таким статьям лицами будет усилен контроль, в том числе с помощью электронных браслетов. В России неоднократно обсуждались планы ввести кастрацию педофилов, однако правительство сочло инициативу затратной. Генпрокуратура и Минздрав Белоруссии утвердили клинический протокол по использованию химической кастрации и других средств для лечения педофилии. По предложению Генпрокуратуры МВД подготовила проект закона о внесении изменений в УК, где будет прописано назначение по приговору суда не только основного наказания лицам, страдающим педофилией, но и их принудительное лечение. Минздрав разработал и утвердил клинические протоколы лечения лиц, страдающих педофилией, в том числе применение химической кастрации. Кроме того, в Белоруссии планируют развивать доступ к помощи, что, как отмечает Курчак, поможет предупреждению подобного рода преступлений, выявлению и оказанию помощи лицам, страдающими половыми или отклонениями. Также в республике утвердили план действий по защите детей от насилия и эксплуатации, разработали механизм реабилитации жертв таких преступлений. В образовательный процесс внедрят обязательные занятия по половому воспитанию детей и молодежи. Кроме прочего, предлагается наказывать за пропаганду нетрадиционных отношений, смены пола, педофилии и child-free. За лицами, отбывавшими наказание по соответствующим статьям УК, будет усилен контроль, в том числе с помощью электронных браслетов. План утвердил Совет министров республики. Президент страны Александр Лукашенко поддержал инициативы.